Когда приставы Кемерово посетили юридический адрес общества с ограниченной ответственностью, в офисе никого не оказалось. Такая же ситуация наблюдалась во всех магазинах, где располагалась продукция. Мебель была просто брошена. Представители ООО «Аврора» не явились и на заседание суда. Что послужило причиной такого поведения фирме, до сих пор от представителей нет никаких комментариев. Данная организация имеет сеть магазинов. Город Кемерово, Белово, Новокузнецк, Ленинск, Кузнецкий. Судебным приставом Миженова отдела города Кемерово по особо важным исполнительным производствам даны поручения по совершению исполнительных действий. Одно из поручений пришло в наш город судебному приставу исполнителю нашего отдела о наложении ареста на имущество данной организации. И сегодня мы приехали совершить исполнительные действия по адресу осуществления предпринимательской деятельности данной организации в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее данной организации. Приставы арестовали находящуюся в магазине мебель в пользу истца. Ущерб обратившегося в суд составил около 100 000 рублей. Пока это первый случай, связанный с ООО «Аврора», но, возможно, не последний.